Страйкбольный миномет собственного производства Airsoft Rus. Материал изготовления – сталь. Миномет предназначен для стрельбы выстрелами МСМ-50. Миномет складной и имеет рабочий механизм наводки. Чтобы произвести выстрел из миномета, необходимо взять выстрел МСМ-50, поджечь, закинуть в ствол, после чего произойдет выстрел, и через несколько секунд снаряд улетит в сторону противника, где взорвется и шары полетят в разные стороны. Дальность миномета примерно 150 метров. В сложном состоянии миномет имеет компактные размеры и весит всего 6 килограмм. Какие меры предосторожности обязательно нужно соблюдать при использовании миномета? Во-первых, нужно понимать, что миномет — это средство поражения техники и укреплений на страйкбольных играх. То есть стрелять из него в людей и применять внутри зданий запрещается. Во-вторых, стрельба из миномета должна вестись только навесом. То есть стрелять по прямой в цель из миномета запрещается. И в-третьих, перед стрельбой нужно обязательно убедиться, что миномет установлен в устойчивое положение, то есть при выстреле его не снесет. Ну и конечно, после инициации снаряда нужно быстро опустить его в ствол и не держать в руках.